Есть определенный шарм в костюмированных постановках. Пока ты с интересом изучаешь жизнь высшего дворянского сословия, фильм поневоле вводит тебя в основные сюжетные перипетии. И «Герцогиня» — это классическая костюмированная драма, с накалом страстей, со множеством роскошных диалогов и со средневековой несправедливостью, которая никак не уступит прогрессу времени. История в фильме интересная и подана достаточно хорошо. Костюмы, декорации — все на высшем уровне, как и актерская игра ведущих актеров. Но и сама история имела место быть. Фильм основан на романе, в основу которого положены реальные события. Все действие фильм заостряет вокруг герцогини, ее переживаниях, чувствах, страхах. Политика в фильме проскальзывает лишь постольку поскольку. Лента не стремится уделять внимание политике, концентрируя внимание зрителя на чувствах герцогини. От этого фильм становится более женским, хотя костюмированные драмы всегда были ориентированы больше на женщин. 72 балла из 100.